Dziękuję. Да понял. Сейчас прибывают почетные гости, и мы начинаем.
последним соревновательным дне. Карате Фудакан. Второй соревновательный день в карате Фудакан. Представители экзотического направления Вьет Водао также участники наших соревнований. Кроме того, спорту, занятиям спорту, которые, несомненно, поможет вам
вашей прекрасной жизни. И я желаю искренне всем вам дальнейших успехов в занятии спортом, в укреплении здоровья, быть достойными гражданами нашей страны. С праздником вас всех, дорогие друзья, и успехов в проведении соревнования. Спасибо Евгению Леонидовичу Юрьеву. Внимание! Не забываем, что спартакиада проводится в городе, в славном городе Тольятти. Мэрия городского округа оказывает содействие оргкомитету. Я с удовольствием предоставляю слово заместителю мэра городского округа Тольятти Лесниковой Татьяне Ивановне. Добрый день, дорогие участники спартакиады. Само название «Непобедимая держава» говорит уже о том, что все, кто сюда прибыл для соревнований, уже победители и, в принципе, не может быть побежденным. От самых маленьких до взрослых. География спартакиады огромная, практически от севера до юга, и запада, с востока, разные территории принимают участие. 5000 участников покажут свое мастерство и испытают свои силы во время спартакиады. Это, конечно, здорово. И от имени и по поручению мэра городского округа Тольятти Андреева Сергея Игоревича я желаю каждому из вас, каждому непобедимому, продемонстрировать свои самые лучшие качества, волю к победе, усердию и достичь своих личных самых лучших результатов в соревнованиях этого года. С праздником вас! Удачи всем! Спасибо, Татьяна Ивановна. Спорта мэрии Лысова Александр Николаевич. Добрый день, жители города Тольятти, гости. В очередной раз город Тольятти принимает грандиозное событие. Это спартакиада «Непобедимая держава». И город Тольятти – это спортивный город. Видит, что это направление развивается. В прошлом году было участников 3500, сегодня 5000 человек. Я желаю, чтобы город Тольятти был спортивный, чтобы дети занимались спортом, и город Тольятти процветал. Мэрия города Тольятти в лице Сергея Игоревича Андреева всемерно будет помогать развитию спорта. Спасибо. Спасибо большое. А сейчас слово нашим соорганизаторам. Первым слово депутату Тольяттской городской думы Алексею Владимировичу Альшину. Добрый день всем участникам спартакиады. Я постараюсь быть краток. Ребята, вам всех красивых выступлений, всем вам побед, поменьше травм. И у нас будет разыграно порядка 500 комплектов наград. Поэтому боритесь за звание лучших. Спасибо. А сейчас слово Алексею Николаевичу Борисову. Он является президентом Совета спортивной федерации и Российского союза боевых искусств по Самарской области. Дорогие ребята, привет. Хотел бы поблагодарить прежде всего наших гостей, которые приехали со всей России в наш город. Спасибо. Спасибо родителям, тренерам. Спасибо вам, детишки, что вы здесь. Во-вторых, хотел бы действительно пожелать хороших, ярких соревнований. У нас будет много сюрпризов на будущее. Я надеюсь, что в наградной части вы получите медали из рук Муромского Александра, Сергея Мудюка и многих других уважаемых спортсменов. Ребят, самое главное, что вы здесь просто приехали не только выигрывать, но и общаться. И вот эти встречи, вот эта возможность общения, эти мостики, которые есть у вас между регионами, уже сейчас в детстве, это здорово. Я надеюсь, что вы попозже почувствуете это и поймете по-другому. Поэтому будем делать все, чтобы наша площадка была мультиспортивной и еще более масштабной в нашей России. Спасибо. Дорогие друзья, давайте не забывать, что мы живем в великой стране, имя которой Россия. Эти слова принадлежат русскому богатырю Александру Муромскому и как никогда более подходят к настоящему моменту, моменту открытия спартакиады. И давайте отдадим честь национальному флагу и национальному гимну России. Внимание всем!
равнение на флаг Российской Федерации звучит гимн России. Спартакиаду непобедимая держава открыта. Поаплодируем. Итак, наше соревнование приобрело официальный статус. Мы заканчиваем церемонию официального открытия и хотелось бы напомнить, нынешние соревнования будут транслироваться в эфире нашей всероссийской государственной телерадиокомпании «Россия» на каналах «Россия-2», каналах «Спорт-2». Будьте внимательны, следите за программами. Также участники могут передать приветы в режиме онлайн своим друзьям и родителям, который ведет включение со спартакиадой боевых искусств «Непобедимая держава». Заходите на сайт Russia Sport, и вы все увидите своими глазами. А сейчас, внимание, парад на прах. Вот на выход к подготовке соревнования. Шага, марш! Дальше, девятый фигурист, который поведет в самом
все понятно. 2002 на этот второй, 2001, 2007 года на этот второй. Все, рассаживаемся, освобождаем ковры. Готовимся к снова. А третий ковер закрепились, пожалуйста. Все свободные судьи тэквондо и ТРФ, соберитесь у стола главного судьи. Повторяю, свободные судьи тэквондо и ТРФ, соберитесь у стола главного судьи. У нас 180 или 190 боев, это на 60 боев на ком. Да, может, вообще без обеда придется. Два часа. Хорошо, или в час, играем 2 часа. Мы сделаем перерыв, все собираются, кто сдавал, там, кто еще хочет там достать. 100 рублей мы собираемся вот здесь. Обмываем людей. Красный двор. Расскажи, какой вид спорта ты сейчас продемонстрируешь? Давно снимаешься. Пожалуйста. Ты сам захотел? Расскажи, как ты туда пришел, как ты первый раз. Театр. Потом соревнования. Участники и зрители, от ковра отойдите на метр хотя бы. Внимание, внимание, просьба всем родителям ковров на вольной игре Олимпийской борьбы выйти за ограждение трибуны. Родители, остальные только участники. Еще раз просьба родителям всем выйти за трибуны. Служба безопасности. Приготовится Овтин, Шишкин. Ремезов Никита. Красный прикол. Спасибо.
Прошла минута. Акцент можно определить. Илья Зинтинов, Рафис, Капузян, Тигран, оба борца, 28 район. Вперед, Игорь! Раз, раз. Лавгаев. Просьба представителей, это не будет собраться из пола второго круга.
Thank you.
Наталья. Четвертое место Данилова Марина. Третье место Егорова Алина. Второе место Ефимова Елизавета. Первое место Козлова Валерия. Красавец! Отдай, пожалуйста.
Еще 2 балла. Вес 65 килограммов. Круговая борьба. Салманов Кумыш. Явкин. Явкин. Столье. Буянов отдыхает в этом круге. Антонов Егор Тольятти. Приготовится вес свыше 6. Вторично вызывается Салманов Никита Кинель. Боев Илья Комсомольский, Фролов Федор Центральный. Приготовиться Самойлов Роман Центральный, Финёк Виктор Кинель. А Кинель не будет. Боев Самойлов. Победа один Салманов Смолин, оба Тольятти. Емелин в этом круге отдыхает. Вес 60, приготовится вес 65. Андрей, Артем, Центральный, Ермаков, Илья, Комсомольский. Дергай, дергай, дергай. Дергай, дергай.
А в данной встрече единогласным решением судей победу одержала Бехерт Анастасия. Частичная смена судейской бригады. Пятую пару обслуживают рефери Комаров, боковые Долошейна, Житков, Пернов. Вставай. На площадку приглашается пятая пара участников. Рублева Ольга Пермский. Давай. Тунина Александра в морде. В этом поединке единогласным решением судей победу предупреждается Митрофанова Егора Жигурского. На площадку Б приглашается шестая пара. В этом бою единогласным решением судей победы и звание победителем стал Куликов Максим из Нижегородской области. Спортсмены, подойдите к судейскому столику. Тулов, Шарипов, Рафаэль, Нижегородская область. Thank you.